виолончель, которая имеет множество почитателей, поклонников, отдавших частицу сердца ей, прошла огромный путь. Виолончель сегодня стала полноправным солирующим инструментом в музыкальном мире. Для меня всегда этим чудом является то, что виолончель может говорить. Естественно, я сказал, что я влюбленный, и поэтому я думаю, что я пристрастен. Но в чем-то мы можем и соперничать очень смело со многими инструментами. Виолончель, на которой я играю многие десятилетия, это инструмент работы великого итальянца Амати. Для меня он одухотворен.